необычный поворот событий. ОЦК вскользь сообщила о развертывании всех родов войск. Источники, близкие к командованию, сообщили, что штурмовики и вертолеты будут поддерживать наземные силы с тем, чтобы сломить хребет, лезущим в демилитаризованную зону вьетконговцам. Ожидается, что это будет одна из крупнейших операций за все время конфликта. Другое неожиданное событие заключено. Движется противник. Кухни захватили наши позиции. Буки на подходе. Я тебе карту сейчас нарисую.
куда лезешь, недоумок? Снайпер Коми! Идут. Патроны, нужны патроны! Раз! Вид серьезный! Thank you.
союзным подразделениям, проводящим зачистку, было приказано уничтожить деревню, предположительно являвшуюся опорной точкой СВ.